Митрополит. Thank you.
Thank you.
Господь, помолись!
Yeah.
και κρυπτισμένον, όπου ήσαν οι μαθητές συνημμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέει αυτής ειρήνη. Και τούτο λοιπόν ελήξεν αυτής τα σκέρας και την πλευράν αυτού, εχάρισαν πουν οι μαθητές είδοντες τον Κύριο. Είπεν πουν αυτής ο Ιησούς πάλι ειρήνη μη, καθώς επέσταν και με ο πατήρ κακό πέμπω ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιο. Αν τίμον επίτε τα σαμαρτίας, να μιλείτε αυτής, αν τίμον κρατήστε και κράτητε. Сейчас читается Евангелие. Разговор нет. Λάβετε πνεύμα Άγιον, Άγγιον αφήτε τα σαβαθίας, αφήετε αυτής, Άγγιον κρατείτε και κράτητε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, ούκει μετ' αυτόν ότε ήρθε ο Ιησούς. Έλεγον πουν αυτό οι άλλοι μαθητές, οράκαμεν τον Κύριον. Όντε είπεν αυτοίς, εάν μη είδω εν τέσχερσιν αυτού τον τύπον των ύλων, και βάλω των δακτυλών μου εις τον τύπον των ύλων, και βάλω την κυρά μου εις την πλευράν αυτού,
و شاگردان
gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onları üzerine üfleyerek ıslah ruhu alın dedi. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış olur. 12'lerden biri ikiz diye anılan Thomas İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona biz Rabbi gördük dediler. Thomas ise onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağına dokunmadıkça ve elini üzerine sokmadıkça inanmam dedi. Первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев. Пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки его и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, думал и говорит им: «Примите Духа Святого! Кому простите вещи, кому простятся, на ком оставите, на том останутся!» Помаже один из 12 называемый Близнец, не был бы с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Он сказал им: «Если не увижу на руках его ран власти, и не вложу перста моего в раны власти, и не вложу руки моей в ребра его, не пророка Исаии. Как же не радуется о невесте,
так будет радоваться о тебе Бог твой. И действительно, каждый из нас, кто был крещен, мог сказать: «Вчера я погревался с тобою в кресте, сегодня восстаю с тобою воскресшим. Вчера я распинался с тобою, сам прослал меня с тобою, Спаситель, Царствие твое». В этом глубокий и вечный смысл тайны Христа, осуществленной Его смертью и Его воскресением. По этой причине нет воскресения без Христа, Голгофа и гроб Господень неразделимы. Таковы две грани одной тайны. Этой тайны, сокрытой от веков и родов, а ныне явленной. Этой великой тайны благочестия. Он, кто явлен был во плоти, оправдан был в духе, виден был ангелами, проповедан был в народах, принят был верою в мире, вознесен был во славе. Возлюбленные братья и сестры во Христе, ныне вся тварь радуется и веселится, ибо Христос воскрес и ад разграблен. Сегодня Владыка разорил ад и воскресил узников, которых он веками держал в суровом заточении. Конечно, мы по-прежнему являемся свидетелями смерти, зла, язв, массовых жизней и стихийных бедствий, но они уже не имеют окончательной власти над человечеством и над творением, потому что Христос, жених, победил зло и смерть, пострадавший и преданный погребению, как из чертога брачного вышел. Поздравляю вас со славным праздником Пасхи, молю воскресшего, наполнить вас радостью воскресения каждый день вашей жизни. Пусть это будет вашей надеждой во времена уныния и во время испытаний. Пусть это будет вашим светом во тьме этой быстротечной жизни. Пусть это будет прелюдией к нескончаемому дню вечной жизни в Царстве Божьем. Христос воскресе! Воистину воскресе! Анталия, Пасха 2023 года, Иов, митрополит Писидийский. Исполна эти дески. Дески, отсиявши, дески душими наши курсы. Ваши.
благословен Христос Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков. Мире. Христос воскресе! Воистину воскресе!